Всем привет! Сегодня я расскажу, как получить компьютерную станцию Twitch Rivals Desk. Сегодня началась кампания в поддержку Twitch стримеров, которая пройдет с 7 по 31 декабря 2023 года. Купив две подписки, вы получите компьютерную станцию Twitch. Важное условие для получения – стример должен быть онлайн, он должен стримить Rust, ну и ваш Steam аккаунт должен быть привязан к учетной записи Twitch. Итак, переходим на канал участника, жмем на кнопку «Подписаться». Выбираем две подарочные подписки и переходим к оплате. Из РФ у меня получилось купить только через Kiwi, российские карты не работают. Вводим аккаунт и подтверждаем покупку на сайте Kiwi. После того, как оплата совершена, появится сообщение на сайте Twitch о том, что вы получили награду Creators Computer Station. Нажимаем на сообщение, переходим по ссылке, и нас перекидывает на сайт FacePunch, где нужно войти под своим аккаунтом Steam, который был привязан к учетной записи Twitch. Затем переходим в дропсы Twitch, где в самом низу вы увидите вашу компьютерную станцию и код для ее активации. Копируем код, нажимаем «Активировать», вводим поле «Скопированный код», и станция падает в ваш инвентарь Steam. Поздравляю, теперь вы счастливый обладатель Twitch Rivals Desk. Ну а на этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. С вами был Альфа, всем спасибо за просмотр, всем пока.